Здравствуйте. Я нахожусь в картинной галерее. Я хочу рассказать о картине «Охота на лису». Была осень. Вдалеке стоит деревня. Охотники смотрят. Вдалеке еще есть горы. Небо где-то очень темное, где-то светлое. Рядом с охотником стоит елка. На дереве есть листочки. Один из охотников стоит, один сидит. Первый охотник, который сидит, он уже стрелял из ружья, а второй чистит ружье. Одна из собак кусает лису, а лиса кусает собаку. Собаке очень больно. Приходите в Тамбовскую картинную галерею. Тут очень много интересных картин.